Студенческий телеканал «Универ ТВ» Казанского федерального университета транслирует свои программы в формате Full HD в эфир на цифровом пакете города Казани, в кабельных сетях по Республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России в сети интернет. Первые новостные сюжеты «Универ ТВ» стал размещать в интернете с января 2011 года. Свое круглосуточное вещание он начал 9 сентября 2012. С того самого момента телеканал успешно развивается и позволяет студентам всей России узнавать для себя что-то новое. Разноцветные буквы в логотипе сменились на более спокойный голубой цвет. В основе графического образа обновленного фирменного знака «Универ ТВ» лежит три образа, которые иллюстративно обозначают сферу деятельности. Первое – волны распространения информации. Визуально этот эффект проиллюстрирован в виде трех прозрачных четырехугольников с мягкими закругленными углами. Вторая – глич или визуальный эффект битой картинки. В жизни это обычно происходит в телетрансляциях или кинопроизводстве. Этот эффект в голове потребителя всегда указывает на связь компании с телевидением и кино. И, наконец, третий – квадратная академическая шапочка в цветах Казанского федерального университета. Перезапуск «Универ ТВ» – это совершенно продиктованная временем задача. И мы ее, я считаю, успешно решили. Выросли студенты, пришло совершенно новое поколение молодых, амбициозных, классных, ярких людей. И мы должны были как-то меняться и сделать продукт для них, похожий на них. Запустить программы, которые будет интересно, приятно смотреть молодому поколению. Мне кажется, у нас получилось. Так, новостные выпуски теперь сменили время своего выхода в эфир и полностью обновили графическое оформление. В эфир будут постоянно выходить программы собственного производства, объединенные по тематикам в каждой из дней недели. Так, например, понедельники отдадут точным наукам и цифровым технологиям. В четверг зрители ждет исторический блок, где расскажут о философии Вселенной, международных отношениях и политологии. А в воскресенье зритель увидит коллекцию лучших передач, которые не смог посмотреть в будни. В наших проектах участвует весь наш Казанский федеральный университет, и мы приглашаем зрителя давать обратную связь, комментарии, отзывы о наших программах на нашу электронную почту mail@universitetmari.ru. Таким образом, новое контентное наполнение телеканала «Универ ТВ» не оставит равнодушным ни одного зрителя и, возможно, станет площадкой для реализации своих творческих способностей и поиска новых знаний и опыта. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаенов, «Универ Новости».